Всем привет, с вами Еда для всей семьи. Сегодня готовлю нежнейшие тефтели в морковно-сметанном соусе в духовке. Фарш буду делать из куриного филе и использую измельчитель. Можно взять любое другое мясо и взять мясорубку. У меня здесь 1 кг куриного филе, а также 200-250 граммов лука свежего и столько же свежей капусты. Все перемалываю в измельчителе, потому что его легко мыть. Добавляю к фаршу 1 куриное яйцо, 1 столовую ложку соли, 1 столовую ложку приправ. Тщательно перемешиваю, чтобы фарш стал однородным и соединились все ингредиенты. Для формирования тефтели буду использовать панировочную смесь. Беру 1 столовую ложку фарша, мокрыми руками это можно сделать, формирую шарик, обваливаю в панировке. Всего получилось 12 прекрасных тефтелек. Делаем соус. Обжариваю на сковороде 2 больших морковки, натертых на крупной терке. Еще нам для соуса потребуется 200 граммов сметаны. Я добавляю к сметане сушеные травки, хмели, сунели и развожу немного сметану теплой водой. Далее добавляю 100 мл молока и еще 100 мл воды. Всю эту смесь тушу буквально 2-3 минутки на огне. Смазываю жаропрочную посуду растительным маслом, выкладываю тефтельки и заливаю соусом. Отправляю выпекаться под фольгой на 1 час 20 минут при температуре 180-190 градусов. Получается прекрасное диетическое блюдо, которое идеально подходит как для детей, так и для людей пожилого возраста, а также для тех, кто худеет. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, заходите в гости на канал, комментируйте рецепт. А я вам желаю хорошего настроения, здоровья, говорю огромное спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов.